Как сказал наш добровольный гид и ветеран здешних мест Юра, нигде в мире нет такого количества электрических ветряков. Их здесь тысячи. Производятся они, правда, в Европе. И еще недавно здесь открыли самую большую в США электростанцию на фотоэлементах. Правда, самая большая электростанция в мире расположена у нас в Канаде, в Онтарио. Она примерно в два раза больше. На них я хотел давно, этой встречи я с нетерпением ждал. Об Америке с давних пор мечтал. Америка. Я скажу гудбай, до свидания. Океан огней зажигает ночь, и ночной Бродвей оживает вновь. Америка. Эти виллы на самом берегу океана тянутся на многие сотни километров.